Фред и снова наш давний друг Гизер Батлер. Заслуженно занимает титул «Худший басист в металле». Сейчас посмотрим. Спасибо, Знаточ. Ну, вот я говорю, что вот так сыграют просто все. Вот весь чат возьмет сейчас бас, возьмет квакушку. Здесь даже не надо думать о гаммах, о ладах, какие-то тонализы, это ни о чем. Просто жми куда хочешь и дергай хаотично пальцами. И не надо делать, пытайся бендов никуда. И все там, каждый нот с рассинхроном. Мистер Гизер Батлер, камон, один из худших басистов, мистер Краули. Просто позорники. Отборные позорники, и по факту это наебщики. Потому что, конечно, любой человек, который хоть что-то понимает, понимает, что это просто отборный наеб. Еще какие-то камзолы расписные напяливают.